машине за пилой. Короче, он видел, что я снимаю. И он берет и пытается засунуть эту бензопилу между... Тут такие на поручнях есть отверстия. И там моя, короче, кусок моей руки с камерой, типа, отрезать мне руку, чтобы я не снимала на телефон. Но я не знаю, это было не опасно, надеюсь, но я почувствовала, что оно очень сильно вибрирует, и запах бензина, как от бензопилы. Надеюсь, с моей одеждой все в порядке, но... Блин, было страшно. И у меня даже запись. Я случайно нажала на кнопку, и запись оборвалась. Вот так вот. Так, ну три момента было классных. Я так понимаю, это уже окончание, все. Мы едем к финишу. Потому что американцы сидят рядом, и думают, что я тут болтаю на непонятном языке. Так, тут что-то такое непонятное. Ты какие? Сейчас у нас провела. Нормально, все в порядке, все живы-здоровы. Вы приехали с Hayridens, с этой страшной поездки на по полю-по лесу, по леску. А вот это вот называется Monster Truck. Там тоже можно, он огромный. И чтобы вы понимали, размер колес это выше меня где-то, ну, намного, в общем. То есть мой рост 1,60 м. Высота колес, наверное, 1,70 м. То есть он огромнейший. Вот такой вот. Дальше это Corn Maze, это лабиринт из, страшный лабиринт из, как сказать, росточков кукурузы. Вот, но там тоже много желающих. Мне кажется, ночью он более страшный, чем днем, потому что он работает и днем для деток, но он не страшный. А все остальные аттракционы страшные, работают только после захода солнца. Следующему аттракциону, вот это вот дом вдали, это дом с привидением, Scary House. Но мы, я чувствую, туда не попадем, потому что уже поздно. И тут очередь еще в два раза больше, чем на предыдущей аттракционе. Не развлечение, но оно работает днем. Сейчас тут нет водички. Смысл этого развлечения, видите, пусто, нет водички. А наверху идет постоянно круговорот отсюда туда воды. И тут есть камушки. Вы вымываете себе камушки. Разные, кстати, не просто какая-то щебенка, а именно настоящие камушки, полудрагоценные. Иногда, говорят, даже можно изумруд найти. Но пока наши пытались найти, ничего не нашли, но нашли там и горный хрусталь, и сердолик, и оникс, в общем, бирюзу нашли. Вот такие вот камушки, это тоже не помню, сколько стоит, но такое развлечение. Оказывается, у них есть одно развлечение, это земля с пришельцами. Сейчас попробуем посмотреть поближе, что там есть. Кстати, с моей рубашкой все в порядке, вон люди следующие тоже садятся на Hayridens. Решили еще докупить билетов. И нашли вот такой вот павильон из дерева, какая-то большая клетка. Гигантская. У нас у некоторых людей квартиры меньше. И тут оказывается индейки, которые на Thanksgiving Day готовят на День Благодарения. Они как птички такие сидят, чуть-чуть ли не павлины. И не спят. А у них тут красиво. Зелено. Даже свой бассейн есть. Родители обедают. И заодно детвора играется. Тут выставка тыкв. Вот. Солнце светит, фонарь. Значит, какой прикол? Рассказываю. Как вы хотите, если вы пришли на подобную ферму и хотите сразу купить несколько, то есть один билет, но с несколькими, на несколько аттракционов, то вы платите, допустим, меньшую цену, там, $5-10, и если вы покупаете оптом, то вы получаете дешевле билет. Мы, допустим, наши билеты уже использовали и увидели еще один аттракцион, который мы хотим посетить. Мы пошли как бы на вторую кассу, которая находится внутри фермы, на территории внутри фермы, не снаружи, где покупают тикеты, да, билеты. И оказывается, они на доллар, на два дешевле, чем те, которые покупаются снаружи. То есть вы приходите, покупаете 1-2 аттракциона, если вам нравится что-то внутри, вы возвращаетесь и покупаете внутри нормальные, как сказать, экстра дополнительные билеты и платите дешевле, потому что как бы вы решили вернуться. И вот мы пришли на следующий аттракцион. Что? I cannot see in glasses nothing. Ух ты! Wow! Hold it! Oh,
харюхеньки. Ну, не BB-8, конечно. Всякие штуки. Так, сейчас мы пойдем узнаем, что тут. Понравилась такая небольшая экскурсия на ферму во время Хэллоуина в Америке. Не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на канал. И до новых встреч. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.